Обязательно развивать надо. Почему? Я прямо скажу, что здесь есть что показать, есть на что посмотреть, и есть чему радоваться. И вот за... мы уже давно здесь не были, и, конечно, посмотрели, Сочи преобразился, город преобразился, ну и люди тоже. Я думаю, да. Но мы, правда, туристы сами, так что, мне кажется, да, было бы здорово. А туристам это интересно? Мне кажется, очень, да. Вот мне мы с гор сейчас спустились за часик, вообще классно. Час горы, час у моря, здорово. Вообще это интересно, да, когда город живет, и, ну, люди могут, как бы, быть частью города, вот. Что-то видеть не просто там торговые центры, какая-то пассивная деятельность, именно активная. Вот это очень интересно, конечно. Конечно, конечно, город-курорт обязательно нужно. А вы куда-то ходите, сами посещаете? Если, да, да, посещаем, посещали Новую Волну. Мы как бы недолго здесь квартиру недавно купили, а так все посещаем, да. Безусловно, это необходимо. Во-первых, это инвестирование денежных средств в город. И, конечно, ходим. Потому что у нас все культурно-массовые мероприятия всегда на хорошем уровне, и хочется посещать. Жителям интересно, что будут приезжать новые люди, а это инвестиции в недвижимость, это инвестиции в город, это лучшие дороги расширенные, это опять же туризм, в принципе, за счет чего Сочи живет.